Известный российский велосипедист Алексей Пичугин в среду 25 июня погиб в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщила велосипедистка Ксения Чеканова, с которой Пичугин проводил совместные тренировки. Велогонщика на скорости около 130 км в час насмерть сбил автомобиль, совершавший обгон по обочине дороги. От полученных травм спортсмен погиб на месте. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.